Эллисон с шайбой. Разворачивается. Нет, но опять пятачок. И внимательные игроки Витязя. Хорок выбивает шайбу, может убежать. 15 номер Витязя. Разворачивается. Передача в центр. Раскоп. Джефф Класс зафиксировал шайбу. Да нет, она по-прежнему в игре. Витязь выезжал из этой зоны после столкновения. И длинную смену провели ребята, на самом деле. И необходимо сейчас был смениться.